обязательно активируем все наши материалы, все наши силы. Не больно? Николай Никитенко, не больно? Политбюро на своих заседаниях очень часто критиковал. Ну, все очень не больно. Вашу программу я всегда считал политическим призыванием. Это лично на день рождения подарили. На сегодня стало начало программы. Первый эксперимент. Илюш, приятной машинкой или просто? Трудно надеяться, что наши поговорить с этой точки зрения, если есть какой-то один шаг к цивилизованному срезает все под корешок. Дай людям. Класс, закрой. Приятно. Такого ребенка, который еще сидит. Все. 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 Как можно найти еще такого ребенка, который сидел, глаза остригли его, а он улыбался. Сидит и улыбается. Какой ребенок хороший, я не знаю. Прямо... Нельзя хвалить. Но у нас есть одна девочка знакомая. И в конце программы большой музыкальный подарок. Материалы по Олимпиаду. Он... Это сфотографируется телевизор. Лох тот генерал, который не хочет стать президентом. Музыкальная расшифровка международного телефонного разговора, который был внесен не так давно между Валентином Степарковым и Дмитрием Круговским. Канадой говорить будешь? Да. Там украинцы. Позвони мне, больше дима. Я душу тебе не гони. Вся она промчалась мимо льдом. В эти игры, дорогой, мне играть телевизора нету. Приезжай в Москву домой. Фантастически. Ты одетый. Склони голову вперед. Ищу. Ты скосички сними у него сзади, а то потеешь. Мне хочется. Хочется? Чего, Илюш? Мне хочется хвостик сделать. А у мамы не было хвостика. А что за хвостик, Илюш? Это всех бывают хвостики. Мы нам надо. Как содержание предыдущих серий. Теплоходный Федор Шаляпин был не судьбы преступных элементов, скрывающихся под вещами музыкантов группы «Секрет». У них половинка пластинки, которая в этом же теплоходе находится четверо агентов секретной службы, соединительство корреспондентов АГОСа. Они следят за секретом группы. Ой. Хорошо. Илюшка, ну чего, хватит? Илюшка, ну как? Хватит, нет? Так, наклони вперед голову. Больше, голову полностью наклони вперед. Вот так сиди теперь, Ин, понял? Сиди немножко так. Ну как, Ин? Хорошо. Илюшка. Чё? Больно? Нет. А ой? Ой. Ай-яй-яй. Илюха, сиди спокойно. Всё. Ин, не дергайся. Не дергайся. Носик причесать можно? Нет. Ну дай один разочек носик почесать. Так, замри, сейчас тебе дуну, в тебя не бойся. Можно? Все. Ну как, Илюшка? Так, дай я тебя посмотрю, Илюха. Так, все. Илюха, ты готов. Идем ко мне, Илья. Но вас не изменить план. Илюх. Ткань. Материал весь. Скажи мне, кто тебя подстриг, Илюшенька? Папа. А ты можешь показать прическу свою? А сзади? А что это? А сбоку?